Олег Чередніченко, організатор конкурсу «Миколаївський Наполеон», переможець масштабного кулінарного телепроекту. Одна з причин участі – заявити про новий смачний символ Миколаєва. Олександра Лемішевська, локальний менеджер шведсько-української IT-школи, допомагає миколаївцям побудувати кар'єру в сфері новітніх технологій. Доброго ранку, дякую, що так рано до нас завітали. Такі ранкові пташечки, так? Сьогодні будемо говорити з вами про створення цього сайту, але все ж таки от хочеться дізнатися його історію від ідеї до реалізації. Коли виникла взагалі ідея створити цей сайт? І що він взагалі, що можна буде побачити на цьому сайті? Ну, у нас як-то... Що планували, можливо, і чи вийшло все? Все виходить не случайно. Звісно, ідея сайту була у мене давно зробити, але поки часу не було її реалізувати, і Саша визвалася сама мені допомогти, написала, що давай ми тобі зробимо класний сайт, і це буде для нас цікаво, для тебе полезно. От тому ініціатива була все-таки Сашина. Так, да, собственно, історія була така. У нас офіс знаходиться в ТРЦ «Кіт», і Олег теж, ми случайно зустрілися на лестничній площадці. А я якраз знаю, що Олег победил недавно в конкурсе, говорю: «Олег, у тебя же есть Наполеон, а сайта нет, как заказать торт домой? Вот я не хочу, допустим, выезжать там, в город за тортом, хочу, чтобы он приехал ко мне. Давай, собственно, посотрудничаем, у меня есть замечательные студенты, которые только пришли обучаться, входить в эту сферу IT-технологий, и им интересен опыт построения таких сайтов и работа над реальными проектами». И, собственно, на этом завязалось наше сотрудничество, и мы успешно воплотили в жизнь нашу идею и реализовали этот сайт. Сайт будет абсолютно удобным для каждого пользователя. Можно будет заказать с мобильного телефона, из ноутбука, да, то есть любые гаджеты, которые использует каждый современный человек. И я уверена, что этим сайтом будут пользоваться тысячи николаевцев, которые с радостью закажут этот торт и в уютной домашней атмосфере отведают его своей семьей и друзьями. Тут у нас, как я зрозуміла, це проект два в одному. Одні вчаться, да, и, ну, якби, вот, и корисно, что она есть. Больше. Мне очень приятно, что, ну, как бы мы являемся аматором в там, бизнесе, в предпринимательстве, в Николаевском таком, да, развиваем такое новое направление сладкое, а ребята являются в... Ну, там, новаторами в сфере IT, да, и эти студенты, которые только выбирают свой путь, свою будущую профессию, это как бы такая коллаборация, которая вот, ну, социальная, скажем так. Собственно, мы почему и решили, да, помочь Олегу реализовать этот проект, потому что действительно очень важно иметь какой-то приятный символ, который можно поделиться там со своими друзьями, уехав в другой город, который будет напоминать и приятно таять во рту в плане, например, торта, да. И ребята, дизайнеры, фронтенщики, наши студенты разработали цветовую гамму для этого сайта, чтобы он был приятен глазу. И точно так же разработали сам сайт, чтобы было удобно заказать этот торт и, в принципе, полезно для каждого жителя Николаева. Чи були якісь труднощі? Можливо, хтось чимось був незгодний, там багато усіх ідей різних, і всі хочуть їх реалізувати. Чи було таке? Чи всі одноголосно все вирішили? Ну, з Сашою трудностей не було, тому що вона на все соглашалася, які нові ідеї. А я, мені цікаво, студенти, що ж там вони, мабуть? Я просто говорив постійно якісь нові ідеї, що давай ще це доділаємо. Вона говорила, давай доділаємо. Я говорю, а можна ще вот это заделать? Я говорю, да, можно вот это доделать. Олег очень... Будет и каприз, так? Да, Олег очень вдохновился нашими студентами, ему понравилось общение с ними, и он вот просто уверен, что все идеи, которые он сгенерирует, они создадут и реализуют. Да, были сложности, однозначно, работа в команде это всегда трудно, есть какие-то прения, один хочет такой цвет, другой хочет такой цвет, один хочет такую анимацию, другой хочет другую. Но в итоге мы пришли к консенсусу, и сегодня вечером в 18:00 в ТРЦ «Кит» мы покажем этот сайт всем гостям, и я думаю, да, с радостью все им воспользуются в тот же час. А кто может завітати на цю презентацію? Для кого вона, на кого вона розрахована? Все, кому интересно посмотреть на наш сайт, попробовать наши изделия, будем угощать. Ага, то можно, да, скуштувати, да. И подивитися, и скуштувати. Да.
потрібно якось попередня реєстрація, чи не потрібно, чи ви вже стільки цих смаколиків привезете на місце, щоб всім вистачило, якщо в разі чого? Да, у нас є предварительна регистрация, но вход абсолютно свободный, поэтому мы ждем всех желающих, которые хотят познакомиться с этим сайтом и попробовать непосредственно Николаевский Наполеон. Я знаю, что у Николаевского Наполеону классичного, так? Еще брат з'явився вчера, чи це сестра, чи що це? Ну, когда я был у вас в прошлый раз, мы как раз говорили о том, что мы будем продолжать и делать какие-то новые торты. Ну и вот вчера мы уже выпустили в производство медовый торт, медовый с вишней, вчера вот первый день. Був йому. Бо, наскільки я зрозуміла, це також буде візитка Миколаєва, тому ні, що візитка Миколаєва стається Николаївський Наполеон. А саме вже оформлення, дивилася, дуже схоже. Ну, оформлення більше коробочки, похоже, просто воно як би в одному стилі. А це вже такий повсякденний торт для Николаївців, який, ну, медовик його можна їсти кожен день. Угу. Тобто візиток, короче, багато візиток. Да, ні, візитка на стається Николаївський Наполеон, а це вже торт чисто для Николаївців, який можна їсти каждый день, носить друг другу в гости, он вкусный, приятный. А можно заказать сразу два торта? Да. И так уж можно будет заработать? Конечно. Конечно. На сайте можно будет заказать оба торта. Есть акционные предложения, с которыми уже можно будет ознакомиться по представлению этого сайта. И я очень рада, что наши студенты согласились, да, поддержать такую социальную инициативу и сделать полезный продукт для непосредственно николаевцев. И Олег, как является инициатором этого конкурса, создания этого сладкого символа, спасибо ему за то, что он пришел к нам, да, появилась такая идея, собственно, и все случилось. Зрозуміло. Ну що ж, я сподіваюся, наші глядачі обов'язково долучаться. Хто ще не коштував цього смачного символу, обов'язково сьогодні завітають. І ті, хто планують в майбутньому також його замовити для того, щоб комусь подарувати, кудись поїхати, подорожувати, також привезти ось наш миколаївський символ, обов'язково сьогодні завітають на презентацію. Пропоную ще раз проанонсувати, де і коли це відбудеться, так? Сьогодні состоїться наша презентація в ТРЦ «Кіт» на втором етажі. Ждем всех. Да, там не заблудитесь, с лестницы поднимайтесь, да, и прямо к нам попадаете. Начало 18:00. Приходите. Дякую вам за таку корисну інформацію. Сподіваюся, ви ще до нас обов'язково завітаєте.